Я тут один, поэтому качество записи не такое будет. Говорят, себя покажите, голос слышится, не видно. Ну как я покажу? Ну вот я наклонился, если чтобы меня видно было, значит тут закрыто будет. Кое-как установил, хотя бы не половина текста было видно. Тут спрашивают, ты с кого? Ничего не знаешь. Ребята работают. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Христос воскрес! Всем. Номер 144. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 3 мая 2016 года. То есть за прошедший день говорим, как что было. Ну, там упускаю первоначально. Теперь ставлю только одно, то, что уже назрело. Краткая маршрутка тем, кому разрешено приехать на крещение 10 июля 2016 года. Разрешение. Кто не получил разрешение, надо узнать, спросить и прочее. Вот считайте здесь, я не буду считать слух. Я буду продвигать только. А вы сами смотрите, затормозите, чтобы можно было просчитать, кому это надо. Вот все адреса, телефоны. Вот мои телефоны здесь, я выделяю особенно. Вот. Лучше звонить по стационару, тогда можно говорить более 2 минут. 2 минуты по мобильнику можно говорить, и не больше, чем 5 раз за сутки. Это 10 минут набирается всего. Это влияет на мозги. И рак мозга, и что угодно. Уже все это обследовано. Через 3 поколения выявится, какое нанесло уродство вот это болтание по телефону. Ну и дальше смотрите, что. Запоминайте это и пишите, пока есть время. Вот, брать до станции Корчино, вот выставлю ролик, как приехал у нас человек, он решил помочь, ну и говорили в обед маленько, в обед. А на следующий день утром его уже встречали здесь. Повторяю, мы никому ничего не обещаем. Ему сказали, 20 километров пешком пройдешь. А у него с собой там было набрано. Он не знал даже. Но когда приехал, тут стоит уже машина. У нас наоборот, жестко селим, да мягко спать. Бритых не крестят, так что бесполезно разговор вести. Вот это все. Заканчивается объявление, вот это красным. Вот это я даже поставлю его. Что дальше уже нет объявления. По нему можете писать. Вот Андрей Ложкин. Кажется, Мурманск, военный. Благодарю вас, Игнатий Тихонович, за душеполезную информацию. Поздравляю вас со Светлой Пасхой. Молю Богу за вас, как за духовного отца, который родил меня во Христе. Видите, вот кто чем-то занимается, вот исследовать надо разные качества какие-то. Мои, не другие. Мне никогда не приходило в мысль, я буду кого-то исследовать, говорить. Определенно, да или нет, остальное от лукавого. Вот я его знать не знал. Он сейчас военный, так и служит в российских войсках. И вот коснулось его. Он приехал сюда, побыл в Потеряевке, уехал. Видите, духовного отца, который родил меня. Я веду занятия в университете и пишет ваша духовная дочь. Это вот единственное духовничество. Я родил вас, а не то, что там тебе звание дали какое-то, отец, диакон, там, батюшка. Это пустой звук. Никого ты не родил, если ничего и нету. По званию только. А в действительности духовное рождение, это я недостоин этим, но Господь, это благодать Божия, новых людей рождает. Вот пока меня нападают тут здесь, а я могу сказать, несколько десятков новых человек пишут вот именно такие слова, и сектанты, и все. Глупостями не надо заниматься, время уходит. А то, что вот нахватали всякой грамоты, учатся по безбожьим книжкам, как Никон. Книги венецианского издания, католические. Ну и вот и реформа пришла. Вот она сейчас реформа и пришла, как Никона. Хватились. На патриарха нападает. Что-то он сделал. Встреча с этим ничего не дала. А вот там Венедикт, Франциск. Ничего это нет. Уже давно католичное православие. Посмотрите, сколько бритых. Священников и других. Вот и все. Вот ни один бы, чтобы не брился, уже видно было. Чтоб патриарха не называли святейшее святейшество-то. Непогрешимая греховность. Как Тютчев писал о папе.
Че хватились-то? Крестят как ладошкой по голове, и все хуже католического. Все католичено уже, как таинства идут, что делается. Ну, все абсолютно. А вдруг встреча что-то дала. Ничего она не дала, эта встреча, ничего не сдвинулось с места. Поступили с Потеряевки видеозаписи. Я тут пишу администраторам своим. И их разложил по папкам. И теперь нужно соединить. Я этого не умею делать. И у меня один ролик заканчивается 5-6 часов. Ну что я могу закачать-то? А мы, я обычно отсылаю в воскресенье в администрацию. У нас работает, в общем, я посчитал, где-то около 13-15 человек задействовано. Кто-то оплачивает, кто-то что-то привозит. И, ну, поэтому сегодня утром я выставил только 7 роликов на день. 7. 4, у нас сейчас выставлено 4600 роликов. А давно ли я пришел на видеоканал? И кто еще советует, делаешь. Да вот, а что там это? Не надо что. Люди находят каждую свою ячейку. Как в магазин заходишь, пьяница заходит. Я говорю, а сколько у вас разных видов алкоголя? Говорит, 120. Это я в Америке был, в Нью-Йорке. Походил по магазину. 120. Отравляйся через любую. У нас через любую можешь оживляться. А теперь вот я отдаю воскресенье, и дальше там обрабатывают, выставляют под замками. Я только замки снимаю. И ставлю те, которые ежедневно. Тут уж деваться некуда, не будешь отсылать. И говорю, сделать это. И потом уже сниму замки. Как по прудам работа, как паса, как приехал гость этот Виталий Калиников. И иное. Особенно это интересно, как дорога строится. Как мы это за пруду сделали, осенью трудились. Сейчас смотришь и кажется невероятным, что это было сделано. Вы увидите, как по Теряевке работают люди. Вот так строилась Россия. Ни болтовня, ни компьютерными играми играть. Вы увидите всех на пруду, как деревья пилят. Зимой вывозить нельзя. Вывезли. Тут дрова колят. А там всего ничего, 10 человек. Там взять-то не с кого. Они все до одного вышли, до самого маленького школьника. Кто сучки тащит, кто что делает, вывозят на снегоходе. На снегоходе щурки возить я первый раз в жизни вижу. Вот посмотрите. Но я не могу сейчас это сделать. И у того же в среду, то есть воскресенье, понедельник, вторник, среда, четвертый день. Сегодня у меня уже накопилось 12 папок, в которых надо соединять. Я их не могу соединять. Это 91 файл за 4 дня. И 19,9 гигабайта. Бывает 40 гигабайтов за неделю. Это материал. Ну и тут одному я пишу, мне нужны вопросы. И сам буду выставлять их. А вы потом, когда будет время, можете из нескольких слепить фильмы. То есть это уже другой вопрос. Я говорю не о вопросах на наших ресурсах, которые кому-то или мне задают. Ну а о вопросах, которые вам задают. Или сами они у вас уже вызрели. Готовы отвечать на вопросы нужные? Готов. Не мои, ваши вопросы, о которых я не подозреваю еще, что за вопросы это будут. Притом я не заранее готовлюсь, а прямо выйти в интернете и задавать вопросы. И эти наши беседы, вопросы я буду у себя выставлять. А вы, если в том будет нужда, делайте с ними что хотите. Или из нескольких один ролик пожелаете составить. Вот только это я имел в виду. Вот так. В этом 2016 году у нас День деревни будет отмечен 15 мая. Вот, полторы недели осталось. Крещение в озере с полным троекратным погружением, согласно православных канонам, будет 10 июля. Ля. Вот данные, которые приезжают на воскресенье. Это вот день открытых дверей. Кто пожелает, просится быть в Потеряевке, только чтобы сами приехали и сами уехали. Вот давайте, полторы недели. У меня столько просьб побывать в Потеряевке. Все, там и с семьями, и издалека, и хоть один раз побыть. Всем отказано. Но сейчас вот решил так сделать, открытые двери один день сделать. Которые издалека-то тоже можно приехать, прилететь и прочее. Вот так. Сейчас я это подтяну сюда, чтобы рядом оно было. Вот так. А это и ответы, которые даю у меня. Ну и если считать так вот коротко, остальное я не стал переносить сюда, а прямо на ресурсах. Наши ресурсы — это мой мир. Вот он, мой мир. Вот все, что на нашем
видеоканале я переношу сюда. Вот здесь находится. Вот сейчас занятия по Теряевке, сватовство. По теме сватовство я проводил. 91 года. 123 будет ролика здесь. Вот уже идет, это какое? 41-й. Видите, как постепенно движется. Вот приходил Ильин из Санкт-Петербурга, Сергей Ильин. Он беседует о чем? Симфонии, фильмах. Ну и дальше сюда. Следующий поставил. 143-й выставлен беседа. Вот это. Ответы на вопросы. Один. Дальше что было? Ответы. Библия. Высоцкий был одержим бесом. Видите, какие темы? А это другая тема. Это уже с нашего сайта. Вот сайт. И вот направо 4124 вопроса-ответа. Решили их озвучить. Ну, одному очень трудно. Но успели маленько мы сделать, так что кое-что есть. Можно будет выставлять. Теперь модераторы там будут выставлять их. Здесь они нами насчитаны. Озвучили их. Ну, а потом я буду снимать замки. Но интересно, что новые-то материалы поступают. И когда я открываю, их не видно здесь. Они там, далеко там остаются. Так что, кому интересно, вы сами идите уже. Заходите на наш канал. Вот. И вот они идут по порядку. Вот вчерашние здесь. А этих нигде нету. Дальше надо идти. Ну, а где это? Вот, а в Высоцком есть, а про Деревенский нету. Ее нету. Просто нету. Нету. Она далеко-далеко туда надо идти. А я ее здесь вот показал. Какая она, какой номер идет. Ответы Библии. Богослужение. Вот какое здесь. Вот так. Ну вот это уже все, считай. Вот они, ответы Библии. Это 22-й. И 41-го занятия в Потеряевке. Вот занятия в Потеряевке, они по темам были. 123 беседы сохранились. Они оборванные там. Это Игорь Барабаш записывал. Что спрашивают такое время? Но они ставятся где-то далеко, открываются. То есть поставлено не раньше. Так что сами смотрите, кого интересно. Маленько вперед пролистайте, запомните. 41-й номер. Завтра, если Бог благословит, будет 42-й, и так дальше будет. Ну и вот теперь мы по этим ресурсам нашим пройдемся. Вот я люблю очень мой мир. Мой мир, вот он. Как. Здесь легко искать. Почта, как приходит. Вот здесь вот почта, только нажал. Я мой мир уже говорю. Вот она сейчас. Сразу на почту. Вот почта. Вот сколько выставлял. Все здесь выставляется. Ну это что? Это у нас видео, которое поставил 3, 4, 5, 6. 6 это сегодняшнее, утреннее. Я их убираю. Вот Андрей выставляет, что здесь. Второй, третий уже выставил. Именно Ян Златоуст. Номер третий, номер второй, номер первый. Кто-то был бы, они сейчас увеличивали, подтягивали текст. Златоуст ставит. Легко, чтобы можно было брать. Это мной насчитанный. Златоуст находится вот здесь на нашем сайте. Вот звук и видео. Вот его звук и видео только нажму. Вот оно, теперь идет, что вот Библия насчитана мной, архипелаг ГУЛАГ, творение Иоанна Златоуста, 12 томов, жития святых, 12 книг. А как это жития святых? На каждого святого. Вот сегодня это все выставляет у нас. Вот здесь жития святых, вот я сейчас нажимаю, 12 книг. Вот они пошли. То есть из 12 книг, а в каждый, на каждый месяц одна книга, январь, февраль, это Дмитрия Ростовского. И на каждый день святые. На каждый день святые по разным векам. Первый, второй, пятый, десятый. В один день. То есть никогда не бывает, что по векам. Но я выбрал из 12 томов. Полностью сначала прочитал и выбрал. Насчитывал когда. Первый век. Вот какой век получился. Вот столько файлов. Это дорожек. Каждая дорожка 2 часа 5 минут. Это у меня были катушки, пленки 375 метров. При скорости 4,7 сантиметра в секунду. 8 часов 20 минут. Одна пленка. Вот она где. Вот нажимаю ее, и дальше уже будет вот второй век, третий, четвертый. Вот какой большой. 48 файлов. Ну и так каждый. Ну а что там я? Вот внизу написано. Каталог. На жития святых. У тебя каталог нажал. А вот теперь пошло. Вот тут работа так работа. На первый век. По порядку. С сентября. По церковному сентябрь. Начало года. Христос воскрес!
Слава Иисусу Христу, сестра старшая проверяет. Вот сперва, вот Захария такой-то, а справа количество страниц в этом житии. Я смотрю, ага, большой, небольшой, 10. 10 это кто такой? Да, Дионисий Ариапагит. Вот оно видно, какой файл, вот второй файл идет. Что на одной стороне в одном файле? Вот посмотрите, сколько здесь. Ну а сколько здесь? 1173 строчки. Видите, как оно все? Второй век вот начинается. Я проматываю здесь. Третий век. А так как начиналось всегда с новой катушки, а у старой, когда второй век, допустим, остается еще одна дорожка. В нее вставлялись из святых там отцов. Обучение, оглашение, блаженного Августина, День святой жизни митрополита Григория. У каждого века остаются дорожки, чтобы новый век, век, это развернутая картина церкви получилась. Вот я скажу сейчас, заумирает, а было когда соса, не было и нигде никогда не было. Никогда, то есть это новое. Я никогда не думаю о новом, это Господь ведет так. По житиям святых. Я сверил их, и вышли настольные книги священнослужителя, второй и третий том. И там кратким содержанием жития святых, о чем есть. Я полностью сверку сделал и нашел, что 147 житий новых появилось. Но это при патриархе Пимени из Векови. Тогда я их тоже сюда внес. Понимаете, это все новинка, новинка, новинка. Нам нужно быть религиозно талантливым. Это талант от Бога дается. Я об этом не думаю, но Бог так и додает. А на пользу всем. А это тщеславие. Я покажу, откуда это слово выскочило. Меня обвиняют в тщеславии. Я вообще не знаю, что это такое. Считай, показывается, ты победил такого-то, и теперь тщеславишься, я любого. Мне некогда думать об этом, я на самом низу нахожусь, социальной лестнице. Ни звания, ничего нет, я знаю, что надо работать. Работать до пота. Как поэт Федор Фомулевский писал, работая руками, работай умом, работай без устали ночью и днем. А там уж что будет, так будет, пускай, так нужно работать мы дружно, давай. Работать руками, работать умом. Работать без устали ночью и днем. Многие бегут на ресталище, один получает награду. Я ни о чем этом не думал. Думал о том, люди нуждаются. И вот эти вопросы, которые называют проблемами, мне слово страшно не нравится, я отплевываюсь. Оно заменено у меня нерешенные вопросы. Вот вопрос, и по нему я обязан делать. Делать. Как? Я просто говорю, сейчас скажу, тщеславие. Говорить нельзя, сатана блокирует. Почему не обвиняли братья Иосифа, почему продали его? Стефан не сказал по тщеславию, а по зависти. И вот эта иерархия в церкви, в алтаре, кто где есть, как они завидуют, кому дали там этот подручник палец, кому не дали. Себя исследуйте, не меня. Я один сижу. Перед кем мне тщеславиться-то? Где? В тюрьме? Где? В психиатрии? Конкретно где? Вот сейчас мы что, я туда и сюда мыслями-то мещусь, охота то и другое сказать. Потеряевки, что мы делали-то осенью-то? Уходили, встаем всегда в 4:40. Помолились и за работу. Идем оттуда, друг друга за руки держать надо, чтобы не споткнуться. Никого нигде не видно, темнота. Почему задержали с привозом материалов? И все сделано. И возле храма пруд, озеро настоящее. И вы это увидите, как люди работают. И тоже обвинения будут. Это антиреклама, всегда реклама. Это мне проректор учебной части Алтайского технического университета Семкин Борис Васильевич говорил. Я гляжу, как он обращается со студентами, приходит. А я у него сижу в кабинете. Я говорю, Борис Васильевич, вы позвольте мне здесь прийти завтра у вас до обеда посидеть в кабинете у вас. Что такое? Я поучусь у вас. Вы академик, сколько у вас тут приходит, я вижу, как вы интересно разбираете. Этого студента отчислили, пришла мать, ходатайствует. Вы у меня будете учиться? Позвольте. Да-то мне надо у вас учиться. Понимаете, какие слова говорит проректор? О, вы тщеславитесь. Мне просто интересно жить. Я никогда не думал, что вот порог такой-то, вот гордыня, прелесть, я буду это сопрели в этих словах-то. Я никогда не думаю об этом, я просто знаю, надо родиться свыше и жить в Боге, водимым Духом Святым, все. А остальное, это Бог разберется, в какую ячейку занести, тщеславие. Вообще, он победил кого-то, я никого не побеждаю. Перед кем тщеславиться, в чем именно, как? Как тщеславиться? Вот, допустим, вчера у меня случилось такое, приводят девочку маленькую, там ей не полных 3 года еще, вообще не знает слова «нельзя». Пошла, кричи, не кричи, ее нигде нету.
вообще не слышит. Увидел, у меня цветы растут, она все их сорвала, зашла, он за ней не смотрит. Дед стоит. Ну и все, цветов больше нет. Я уже не вытерпел, вышел и говорю, ну зачем это сделать? Сейчас придут люди, цветка ни одного нету. Ни одного. А это куда выбросите? Ну хотя бы поставьте в стаканчик, чтобы на один день-то у вас было-то. А она поперла в другой. Иди поймай ее. Кое-как притащи. Она пошла, там еще несколько цветков не дорвала. Посадил. Она не может сидеть. Она как юла. Говорит, гиперактивная. Это близко к беснованию. Как я, он не любит снимать, поэтому я не снял. Как она кричала, била ногами. Вот здесь у меня есть слезинки Данилки. Можно найти даже, есть. Точно так же. Тут на кровати я его придерживаю. Эту. Что делать? Ничего нельзя сделать с нею. Ничего нельзя сделать. Не надо делать. Посади рядом на скамейку. Все. Обхвати ее руками и держи. Как она начала плакать, лицо все исказилось, она бьет ногами, руками. Ничего, если она тебя ударит, сразу по руке ее, чтобы она тебя не била. А так пускай колотится она. Она орала, орала, ну сколько она орала? Ну не больше 20 минут. Все, успокоилась, ну теперь пошли ко мне в дом. Совершенно другая, как будто ко мне лезет на колени. Вот сидим здесь, записываем, слушаем, как Яша плачет. Яша из мамы веревки вьет. Посмотрели этот ролик, а ей не полных 3 года. С детьми не знает, как обращаться. Если ты сейчас этого не знаешь, то дальше она уже вдоль лавки ляжет. Тебе ее не поймать. Возьми у нее справку от матери, что имеешь право ее наказывать, чтобы она потом мать не наказывала. И, пожалуйста, крапива, как в интернете поставили, говорит, лечебная крапива по жопе. Крупная рамка в рамке стоит. Вот ее и прогладь раза два-три, она будет ходить по струнке. 3-то года не можешь поправиться. И вот дальше я показываю. Как составлено эти жития у нас. Видите, тут вам не видно ни слева, ни справа видно, только название. И вот видно, какие большие жития, какие маленькие. По полстраницы здесь 6, 7, 10. Самое большое житие Серафима Саровского. 61 страница. Два вместе апостола. Петр и Павел, кажется, 26 страниц. Ну что сравнивать? Серафим и два апостола, Петр и Павел. Явно дело, что все надуманное. Александр Невский. О нем маленькая брошюрка. Проходит 100 лет. Уже написано 2 книги. 2 книги, толстые книги. Нового ничего не появилось. Ни в архивах, нигде нету. Это все о нем биография пишется. Я исследовал это. Проходит 3 века. Уже 17 книг. И все разные. Все новое и новое пишут. Откуда? Я встречаюсь с одним и приехал сюда писатель, и я говорю ему, скажите, Володя, а ты откуда это знаешь, что вот он полез, Иоанн Кронштадтский о нем пишет? Да ниоткуда. Ну, как же ты пишешь документальную основу? Ну, я же писатель. А с чего я буду питаться? Ничего себе. Да как ты можешь это говорить-то? Это, ну, мог писать Фадеев, там, «Молодая гвардия». Написал, Сталин посмотрел, это пишет как Власовец какой-то, переписать. Там должны быть введены какие-то люди, которые направляющая, руководящая роль партии. И он все переписал, лицемер. А потом запился и застрелился. Надо говорить правду, единственно правду. Ничего, кроме правды. И вот здесь, вот, которая у нас насчитана, и которая, ну, на нашем, то я все прокручиваю. Посмотрите, сколько, хотя один раз. Это Господь сделал. А где это есть? Нигде нет. Нигде за 2000 лет этого не было. Нигде, это только у нас. Только у нас такой таблицы не найдете. Наглядно любую страницу листать не надо, видно. На какой где есть. Давно только переписал, дорога едешь, слушаешь. Вот они, какой файл. Какой. Вот оно, смотрите. Какие жития. А вот тут большой прорыв, это маленькие. Вот они, два немножко. А которые бывают рядом, вот вплотную рядом. Это приложение. Указание пути в Царство Небесное. Исаака, Сириянина. Это дополнительное окончание этих дорожек. Ну, а сегодня файлов. Вот оно где. Так это я только какой век иду? Ну, вот, короче, так. Я сейчас ухвачу за бегунок и протащу. Вот. Это только жития. Ну, те, которые там бурчат где-то, что-то они показать могут, да ничего они не могут. Не могут. А как Златоуста? Вот сейчас его как раз работает. 12 книг. Открывай. Вот оно, по векам. Не по векам, а по книгам. Вот 12 книг. Так, это я что открыл? Жития святых. Промазал маленько. Так, святой Иоанн Златоуст. Вот оно где. 12 томов. Творение Иоанна Златоуста. Вот они как. Сколько дорожек насчитано мной. Их тоже никогда не было. Житий насчитанных никогда нигде не было. С каталогами именно
ну, выбрано сначала, и сверить с другими, найти новое, вставить, не было никогда. И вы об этом думаете? Никогда не думаю. Просто внутренний голос говорит, люди должны это знать. Вот много, ну, судят, особенно миссионерские, если одел, это люди поврежденные. У них только подыскиваются, смотреть что-то другого, исследовать. Себя они не исследуют, они не знают себя. Самое трудное, исследуйте себя, Павел говорит, а не другого. Верили вы? Если человек духовный, что он будет в моей жизни копаться-то? Это вы учились, ум свой повреждали в этих учебных заведениях. Вы не от Бога это получили. Что Петр кончал, Иоанн кончал? Ничего нету. А я про апостолов говорю. Откуда учился Самуил? А это избрание. С ним Бог заговорил, а первосвященнику не отвечает. Ну и как вы знаете, я знаю, ему сколько было? Младенец, буквально ребенок маленький. Я это знаю о себе. Я иду дорогой, отцу несу обед на поле, он пасет. И у меня вижу дым, а у меня представление о страшном суде. Мать говорила, как все. Я становлюсь это отдельно, 5-летний ребенок. Становлюсь на колени и плачу в степи один и молю Бога, чтобы не было этой беды со мной. 5-летний, это избрание. Избрание тут совершают. Они как огня боятся избрания. Слово этого даже. Особенно это миссионерский отдел. Они не знают, они избраны. Просто организацию по мимикрию сделали. Всякие организации могут быть, но не может быть миссионерского отдела. Там только Дух Святой действует. Только Дух Святой к сердцам людей. Там нужно быть не просто талантливым. Тысячи талантов, как Златоуст говорит. А это все выдумка. Выдумка от сатаны при том. Никаких отделов Христос не сделал, а подвое посылает по всему миру. И увидите, сколько будут обращаться. Вот сколько у нас, сколько пришло через эти записи Златоуста людей. Я вижу, что беда с детьми. В стране около 3 миллионов беспризорных детей. Данные, говорят, это еще заниженные. И что? Ну узнал, дальше это что? Ну вот сидишь ты в миссионерском отделе, квасишься. А ты сделай что-то. Вот у меня, я нынче 45-й год, начальник детского лагеря. Образовал этот лагерь. Уникальнейший во всех отношениях. И в него приезжают откуда? Из Аргентины, из Бразилии, из Израиля, из Греции. Директор Кэссенского института с Лондона прилетела, Ксения Деннон. Профессора сидят здесь, психологи исследуют. Администрация приезжает, живут неделями. Как за один месяц неполный ребенок-наркоман перестал даже поминать об этом нету. Лицо другое стало. Как это? Находят главный движитель с большой буквы тире – любовь. Я ездил по Америке, там по скаутским лагерям возили. Я сказал, ваших воспитателей даже на территорию бы не запустил сюда. Как они перед флагом американским, батюшка стоит. Я говорю, почему в среду-то идите, батюшка? Ну это же лагерь. Ну и что? Ну если мы не будем кормить, тут знаете, что будет? А, это ваша хваленая промасоненная Америка-то. Нет, у нас посты строжайше соблюдаются. Вот вопрос дети. И он решается очень просто. Занимайтесь с детьми. 1000 детей без помощи государства. На одном человеке. А как один? Да никак. Ни на одном. От этого человека должны прийти люди. Добровольные помощники. Волонтеры. И все работают. Вот Виктор 13 лет. Наташа уехала. Столько же работала. Старший воспитатель. Теперь в Америке трудится. Вот как. Вопрос, ответ. А вот люди ничего не знают в религиозном. Ну, не знаю, учить надо. Вот я вел занятия в 5 университетах, там, я не знаю, в 6 техникумах, в Академгородке в Новосибирске, в Новосибирской школе. Здесь десятки школ во всех воинских частях в окрестности. 5 отделов милиции только в городе. Город-дел, краевой отдел, 3 радиопрограммы, телевидение, заводы, фабрики, прокуратура, КГБ, суды, тюрьмы, лагеря. Всюду и везде пришлось проповедовать. У меня в день 2-3 встречи. Приезжаю, тут машины стоят, 2 полковника, танковые и авиационные. Решили зафрахтовать самолет, вас возить. И никто не видел ни тщеславия, ни ереси, никто. Никто. Тем более у нас тут уже 3-й епископ, и все приезжают, митрополиты. И никто не видел. А они в миссионерских отделах это увидели. Увидели. Если вы хотите узнать что-то большее, вот сюда вот зайдите. Вот я покажу, где... Сейчас вернусь назад немножко. Если маленько-то, ну, порошинка-то есть у вас в совести. Вот, это наш сайт. Вот сайт. И вот здесь вот посередке для Слова Божия нету. Это книга 2 священниками написана, материал. Это документы. Из документов.
И там, видите, на земле алтайской приезжал игумен Московского патриархата. Игумен. Кирилл Сахаров. У него там и патриархи все служат, и сам путешествует по всему миру. Игумен патриархии. Когда бы ему не приехал, он сразу все это подрезник что там обрежает. И тут же я говорю проповедь у него. Где бы не было у него. Здесь он в больнице, в самой Москве. Этот храм на Берсеневке у него. 250 метров примерно от храма Христа Спасителя. Просчитайте, когда он был здесь. Жил с группой, приехал по Теряевку. И сколько после этого он печатает книгу, он воспоминания его. И там упоминает, как я к ему заезжал каждый год здесь. Ни одного лживого слова не написал. Ни одного. Он исследователь. Член Союза писателей Российской Федерации. Ну, маленько посмотрите, что есть другой взгляд на это. Он из всего извлек пользу. Все вопросы задавал. Про правителей страны Жириновского, там по порядку Черномырдина, Ельцина. Какие у меня тут порядки в лагере. Эти ничего не знают. Ну, зачем это вам? Зачем? Своей-то душой явно не занимается. Так он с натуры был. Все записывал на магнитофон. Ни одного слова не исказил. Магнитофон сядет, ручка записывает. Еще был с Москвы Сергей Сергеевич Макаров. Он работал в «Верса», 10 лет в «Комсомольской правде». Вот настоящий журналист. Вот я могу сравнить только с Кириллом Сахаровым. Всю дорогу живет, приехал здесь, везде проник и в тюрьму со мной пошел. Вот много заключенных, работать в тюрьме, я 17 лет отдал, ходить по камерам, выступать перед ними, делаю записи. В один день только 56 динамиков принес им сразу. Почему? Я вел радиопрограмму, объявил и все. Ну что, тщеславие? Тогда говорить не надо. Я вас увлекаю. Павел говорит, я более всех потрудился, перечисляет все. Тщеславие-то внутри, никто ты его определить не может. Как я на это смотрю? У меня живого места на мне нет. И вы еще тут видите, ага. Против меня может сказать, а против патриарха или своего, самое главное даже не патриарха, а местный епископ. Ну скажи против него слово-то. Ты его не знаешь, как он живет, с кем он спит, что пьет, ест. Ну скажи. Струсили, хвосты поджали. А на меня-то еще топтаться-то, награда вам за это никакой не будет. Оставьте свое место. А у меня был здесь митрополит, как мы были с ним, какие сражения, все отображено в книгах. Вы хотите узнать, как надо исследовать? Вот у меня есть книги «Открытым оком». Вот здесь вот они, все книги вот здесь. И 15-й том, и 16-й. Я сказал, кто у нас ходит на занятия, члены общины, и 84 человека оказалось. Напишите, как вы пришли к Богу, как вы стали членами общины. Это вот все пришли через занятия. Ну, покажите плоды свои. Вашим прихожанам скажите, напишите. Интересно считать, и везде адрес обратный. Телефоны. Так что с Америки даже звонят нашим бабушкам. А они баптистов разумляют. Вы не церковь, а вы секта. Вы придите к Богу. И он не обижается, кто слушает их. Это я говорю все попутно, попутно. Какую область не захвачу, у меня все только попутно. Вот. А если уже будете смотреть 19-й том, это жил у меня иеромонах, который потерял веру. Жил, не имея веры. Потом он сказал, а только подсматривал и написал участие на теологическом факультете. 19-й. Потерял полностью иеромонах. Потом уехал, женился и все. Вот я говорил, не надо нападать, надо работать, работать. И вот он полностью все по американским брошюрам, где ему преподают, исследовал меня. И нашел не тоталитарная секта. Тоталитарная секта, это Дворкин ввел, это его детище. А ему надо исследовать кого-то где-то, обращаться к властям, закрывать, выгонять, прикрывать каких-то кришнаитов. Это безбожники делают, это неверующие люди. Это пятый отдел КГБ Московского патриархата. Это откуда все это идет, еще особенно эти отделы. Я попутно, все попутно говорю. Ну и что? Ну исследовал, нашел, что тоталитарное, если полностью соответствовал. Это нет возможности передвигаться средствами публикации, свободы слова. Ничего. Это только монастыри православные. 100% тоталитарное. Меньше вообще никакой нету. Это сказать, понятие о Боге уходит. Это Московская патриархия, проходной двор. Проходной двор. Публичная. Организация под именем церкви. Вот на исследование, которым он пришел. Иеромонах, рукоположенный в Московском патриархате. Ну, зайдите, посмотрите. Вы найдете там все данные. Вот я показал сейчас здесь. И вот
Это у нас форум, как он выглядит. На форуме сегодня никого не было. Пасхальная неделя, отдыхают. Вот. Посмотрите. 1580 тем. Ну, здесь очень много. И бывает и другие. Тут кто-то выступает, пишет, говорит. Зарегистрируйтесь, свои вопросы именно на этот форум. Только сюда заносите. Ну, а это тут уже ставлю только я. Никто сюда зайти не может. Я ставлю, модераторы там обрабатывают, и замки снимаю, и на этом все. Я даже могу показать вот сейчас, какие будут дальше занятия. Не занятия, а ролики. Вот. Где вот заметить, вот замки идут. Сумасшедшие обливанцы Иванова. Вот. Вот здесь по порядку. Вот это блок умер из-за переживания, из-за свое стихотворение 12. Вот. Панно, как оберег. Вот. Вот все дальше идут, это с замками. Вот уже они стоят, уже закачаны. Теперь только снимать замки. Я каждый день по одному скидываю. И вот сколько, вот, смотрите, это уже закачанное. Тут дальше, Миша, опять идет закачка. Вот они. По 5 штук. 3, 4, 5. Учение Иванова Порфирия. Вопросы Библии. Вот. Ответ. Знамение. Ответы Библии. Равно чтить Ветхий Новый Завет. Вот сколько показы. Это уже все стоят под замками. Готовые. Можем в один день выставлять их все. Вот они. Здесь опять маленько я выставил. Пасхальные. А то же после Пасхи наставили столько. То есть у нас материала море. Это работа. А то Игнатий вот раньше он был там вроде бы ладно как-то. А сейчас Игнатий никуда. Он полностью деградировал. Все. Ну деградировал, ну и все. Дальше нету. Деградировал, у вас ничего нету. У меня 4600 роликов там за 2,5 года. 4600 деградировал. А когда вы, которые года-то говорите, ладно, тогда он делал то, что другой не делал, ну тогда-то меня так же гнобили. Помню, как зашел, а сидит Войтович, это благочинный, с ним священники старейшие. Ну вот, Игнатий, вот вы насчитали жития святых, как вам гордость не подходит, тщеславие. Из-за чего? Ну, то, что ваш голос слушают в Австралии, в Америке. У меня, я говорю, зуб болит сегодня, а я буду думать об Австралии. Вы что думаете? Так вот вы насчитали. Я сейчас считаю 5 томов добротолюбия. Вы бьете это по пустому месту. Вы меня никогда не поразите. Никогда. У нас архиерей был Курочкин и Евтихий. Он сейчас в Ишиме. Он домодедовским был у патриарха Кирилла 5 лет, переходной период, как они называют это. И он говорит, вам, Игнатий, никогда не обвинить никому вне православия. Он супер православный. Он 13 лет мог бы заметить не православие, там и что увидите, тщеславие, там ничего этого нет. Ничего. Все это вы исследуете сами себя и своими грехами меня понужаете. Я что могу сказать? Займитесь собою. Вот некоторые увидели. Допустим, вот ко мне кто прикасается по доброму отношению, у них другое отношение. Вот фильм пришлось согласиться составить, а теперь пишут, как бы не Лапкин, фильм вообще бы не получил никакого, говорит, признания даже. Получил первое место на международном киноконкурсе, он его вытащил. Это же Кузнецов, этот же самый, Владимир Сергеевич, это красноярская... под отдел от Свердловской студии документальных фильмов. Второй фильм ставит. Второй. «Златоуст из Потеряевки». Ну, непонятно, о чем речь. Фильм занимает первое место в России. Первое место в России. Ну, не я же это делаю. Вы обладаете особой харизмой. Ничего я понятия не имею. Мне некогда. Некогда. Я могу сказать, вот вы сидели, многие сидели, да, начальника тюрьмы сколько раз беседовали, его в глаза его не видели. А меня он все время вызывал, когда я был. Ну, не я же рекламировал себя. И что, теперь созваниваемся. И умер по-христиански. Начальник тюрьмы, полковник. Соломин Александр Семенович, называю все именами. Город Барнаул. Который меня курил полковник КГБ, дальше с женой вот недавно разговаривали. Какие связи остаются, как он приезжал сюда. Вот у меня вел... курировал еще был майор Беденко Александр, тоже Семенович. А дальше что? Дальше стал генерал-майором в охране Путина, этого Ельцина. Это мне уже сообщили. Те, которые по-хорошему обращаются, вот так вот, это Бог делает, я знаю, мне потом только сообщают. Иду навстречу, полковник идет. Я говорю,
Он здоровается, вы меня, наверное, не знаете, а сам улыбается, подошел, за руку берет и обнимает. Что? Да я из-за вас стал полковником, вот тебе на, а как это так? А он, иду, говорит, сейчас военкомат по улице Ползунова. И вот, говорит, первый раз, говорит, когда было, меня вызвали, у меня был там какой-то промах, и я шел для наказания. И вы мне встретились, дорогой мы побеседовали, вы о Боге мне рассказывали это. Я пришел, говорит, а мне звание повысили. Я думаю, вот это да, я сразу понял, это от встречи с вами. В следующий раз опять встречаем. И он засмеялся, говорит, опять меня вызывают, и вы встретились. Встречается, говорит, мне, говорит, полковника дали преждевременно. Я говорю, больше не встречаюсь, а дальше только генералом быть. Посмеялся и пошел. Ученик тут один. Объявили конкурс, знаменитые там люди или важные, что такое название там, по Российской Федерации. Он что-то избрал писать обо мне. Что ты ради-то? Я говорю, сколько у вас конкурсантов? 300 человек со всей России. Он начал писать, получает опять первую премию. Приезжает фотокорреспондент краевого УВД на день деревни-то. Пишет статью, она занимает опять первое место на Останкино. Приезжает ГТРК, берут интервью, опять же выставляют его на обозрение всему миру. Опять захватывает первое место. Ну не я же это делаю, еще вы не понимаете-то. Это благодать Божия, благодать. Я не говорить, вы знать не будете. Благодать. А благодать это от Бога, ее не купишь. Никакой отдел миссионерский его не даст. Итак, вот на сегодня маленькое вступление. Я хотел еще сказать вот это. Обвинения какие есть, поэтому глянуть, вразумить этих неразумных людей. Вот, Word, сейчас я посмотрю. Я вчера только посмотрел на это дело. Сейчас, маленько. Где-то, не в ту сторону кручу. Это тут что-то кверх ногами стоит. Вот. От Чеславия. Второй Паралипоменон 25.19. Я посмотрел, сколько раз встречается в Библии. О чем? Ты говоришь, я побил Идумеян, и вознеслось сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. Так это у вас тщеславие с Дворкиным-то. Если уж Дворкин ваш руководитель, больше ничего не надо объяснять. Значит, и у вас будут все мозги отшиблены, неверующие. С Дворкиным ни о каком водительстве Духом Божьим речи не может быть. Там это не надо. А надо исследовать, узнать, кому пожаловаться, где кого прижать, где опозорить, где его принизить. У вас не получится со мной так. Я не Дворкин для вас, не Дворкин. Ваши все эти методы исследовать меня, они в пух и прах разносятся сегодня уже с утра. Вставайте со мной вместе в 4:40. Доведите свой сон до 2,5 часов. И чтобы все время видеть нужду. Вот нужду. Конкретно. И конкретная работа. Ну, вы можете обратить человеку сейчас пойти и сказать, евреи нападают. Ну, там в верхах-то патриарх мог бы этого Чубайса-то обратить-то. Он и не знает этого даже, и не будет никогда даже мысли такой ставить. Ко мне привезли еврея, он стал христианин, православный батюшка. Приходит следователь КГБ, делается батюшкой. Ну, конкретно каждый начните работать. Конкретно работать. И вы увидите тогда, что вы ничто, ничто в сравнении с тем, что дает Бог по благодати. А ваша грамота, тем более вызывает удивление, что грамоты-то вам ничего не дает. У меня нет этой грамоты, я знаю, как это опасно. Сидеть и учить чужое, а не Богу предавать. Вы пока учились в этом, я проводил жизнь на коленях в тюрьмах и психиатрии. Я молился день и ночь. Я знаю, что такое молитва. Вы найдите, кто в тюрьме сидел, у кого такой распорядок был. У меня каждый день в камере 70 человек, которые курят, матерятся, играют там в карты. Я каждый день 5 раз становлюсь на молитву. 5 раз. Каждая молитва час или полтора. Если пойдем в 6, то я поднимаюсь в 4 часа. И никогда днем не ложился. Вот такой распорядок заведите. Да это никогда, ни у революционеров, ни у верующих никогда не было. Я священник был, был здесь, вот лежал все время, валялся. Я не священник, и все звали батюшкой, святой отец. Все заключенные, мусульмане, все. И все, уходя на суд, просили помолиться. И все приезжали, оповещали. Никогда не ожидали. Ждал 15 лет, говорит, а дали 3 года. Меня повезли как-то на обследование. Едут мальчишки, лет это, 6 человек, за изнасилование одной девчонки там. Ну, я оттуда еду, так они не знаю меня, зацеловать готовы были-то. Ехали, почти в 3 раза меньше срок дали.
только просили благословения. Вы-то ничего не понимаете, это что-то благодать Божия делает. Дальше. Исфирь 4.17. Ты, Господи, знаешь все, ты знаешь, Господи, что не для обиды и не по гордости, и не по тщеславию я делал это. Что не поклонялся тщеславному Аману. Я не могу перед вами, не по тщеславию. Вот, пожалуйста, Исфирь. Мне некогда об этом думать. И еще Псалом 61.11. Не надейтесь на грабительство, не тщеславьтесь хищением. У меня нет хищения. Мне опять не подхожу под эту строку. Где какое у меня хищение? У других не ворую. Это вы, лжепророки, друг у друга слова воруете. За какое-то одно слово, неладно сказано, треснут, замолкли, больше ничего нету. Выйдите из миссионерских отделов. Умолите Бога. Раскупорьте свою душу. Начните трудиться для Бога. Позаботьтесь о дворкине. Ему Царствие Божие совершенно не светит. И что дальше? Исаия 10.12. Наспех надменного царя Ассирийского, на тщеславие высоко поднятых глаз его. То есть победил одного, я сумею победить и другого. А вот мы побеждали, Гитлера победили, вот тщеславие в правителях. Эти тоже всегда побеждали, помогали церковники. Это. Вот где все тщеславие это. Как они друг перед другом. Какой орден с открытыми дверями. А кто? Митрофорный с отверстием. Ну, трудно говорить о отверстиями, царскими вратами. С отверстием он. Иезекииля 28.17. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твое ты погубил мудрость твою. Вот так. Вот вы считаете себя мудрыми, кончаете, дипломы получаете. Это о сатане говорится. Я ничего не заканчивал, у меня ничего нету. И красота. Какая красота? На меня смотреть страшно. Посмотрите на меня. Я если... Вот сейчас я считаю Златоуста, и он говорит, 7 недель Великого Поста в баню никто не ходил. В баню. Имеется в виду и в душ. Но теперь прикиньте, кто из вас ходит в эту графу? Что с вами получится? И как написано поститься? И вы увидите, вы православные или нет? Даже по самой минимальной шкале смотреть. Приниженной планке. Сафония говорит, что я удалю из среды твоей тщеславящейся твоей знатностью. Какая у меня знатность? Тоже не подхожу. Знатности никакой нет, званий никаких нету. Нигде, весь в заплатах. На валенках 3 этажа, такие же брюки и носки. Сегодня опять починять надо. Ну как это можно платить 9 десятин всю жизнь? Не знаю, не думаю об этом. Просто это стиль моей жизни. Вы что нападаете-то? Ну начните платить десятину, то будете благословенны. Да платить надо Тавит 1.8, 3 десятины. 3. Если думаете украшать храмы, нищим подавать. Считайте, просчитайте Тавит 1.8. И дальше. Иакова. Вы по своей надменности тщеславите, всякое такое тщеславие и зло. Кому? А завтра сделаю то, другое. То есть это у вас план, запланировано все. У меня этого нету ничего. Я каждый день получаю откровение от Бога. Чем заняться? Вчера только уже вечером занимается. Сегодня должны прийти заниматься с молодежью. Уже ложится спать, звонит. Мы там дом продаем. Сейчас уезжаем туда вдвоем, помолитесь. Мне некогда абсолютно заниматься другим. Меня со всех сторон каждый день засыпает просьбой помолиться. И еще ни одного случая не было, что кто-то сказал, молились, и толку не было. Ни один. Притом я вот отвечаю, когда я только сегодня думал вопрос задать, от вчерашнего смотрю, что вы отвечали, вы на мой вопрос. Притом мне это постоянно говорят, это Бог делает, так сводит. Это Бог делает. Это рассказывает, некоторые, может, не знают, Амросий Юрасов, архимандрит в городе Иваново. Ну, что-то он написал в старое время. Ну, а кто про это знает? Ну, где-то маленько считали-то. И он был в Москве, говорит, раньше будки стояли телефонные. Ну, я, говорит, побежал там позвонить, а надо копейку было опускать. Опускаю-ка, поднимаю трубку, а там разговаривает. Ну, явно, что не ладно. Там должен быть гудок. Они разговаривают. Он прислушивается, да разговаривает про его книгу. В Москве приехал он, и выбежать в это время, когда двое, они же не все время там разговаривают, именно там, где и разговаривает, и он, наконец, вмешался и говорит, слушайте, братья, вы разговариваете неправильно. Позвольте, а что за третий голос? А кто это? Да я и как раз есть Амросий Юрасов. Вы мою там брошюру или книжку там обсуждаете, или мое выступление. Вот такое, что было, это нужно миллиарды, в миллиардных степенях. Случай. Один из случаев такой вот, это я потом сказать, что это не случайно разговор-то идет. Я в Москву приезжаю, через Москву еду в Ригу.
И мне в Москве нужно только у одного человека взять интервью. Только у одного. Но он живет далеко, в другом конце. А мне с Рижского вокзала ехать. С Рижского. Но я его не знаю, того человека, где он. Рабочий день, он-то на работе. Я приезжаю туда к родному брату, он метро «Сокол» такое есть там, «Сокола». Что там у нас, они заладились, брат был прям, он старше меня на 5 лет, Самуил Тихонович. И он на меня напал прямо буквально, ты опять с моей женой, ты ее уже, она совсем уже тоже стала такая там из-за жены. Но я говорил о Боге, я хочу, чтобы все спаслись. Я не стал говорить это, да ладно, прости, я побежал. И бегу, я очень сильно бегал, за трамваями бегал, я все время занимался бегом. И бегу, да, там, на автобусе, и бегом, пролетаю. Наконец, забегаю в метро, и вот он, стоит поезд-то. Я только в двери, меня чуть не зажало. И первая же направо скамейка, там, кажется, сейчас похода, если смотреть, то налево. Я падаю на скамейку, на эту, фух. Вот представьте, дальше что? Они еще голову поворачивают влево, тот человек, у которого взять интервью, он сидит рядом. Вам нужно называть, кто это будет? Он теперь в Барнауле живет. Гордеев Михаил Федорович. Он будет слушать это. Он только будет улыбаться и скажет, и ты это помнишь? Помню. Когда он меня водил по Москве, я руку засунул ему в карман, чтобы не отстать от него. Он-то все знает. И вот теперь мы с ним наговоримся, я у него здесь возьму интервью. Я говорю, ты-то как оказался? Ты же знаешь, что я шофер. Ну и что? Так я имею доступ ежедневно быть на Красной площади. Да там закрыты. Закрыто, но не для меня. Странно. А что ты? Я поливальная машина. Ну и что? Никогда машина не ломалась, а тут сломалась. И нужно детали. Я еду в свою организацию, деталь привезти. Он шофер прекрасный. Могучий русский человек. Богатырь настоящий. Там посмотреть на него. Один, говорится, расправится. Не с двумя, а с тремя. И вот как Бог сделал. Забежать, представьте, другой конец, он никогда здесь не был, едет, и на одном сиденье оказаться, это невозможно, это нельзя, этого быть не может, это делает только Бог. В моей жизни вот такие сочленения событий, именно такие, именно такие. Вы хотите иметь благо Божие, молитесь, все делает молитва, не молитва, а ответ на молитву. А у вас были неотвеченные молитвы, меня спрашивают, были. Была молитва, я прошу Господа, чтобы убрал Господь 40 раз, Господи помилуй. Это кощунство, это издевательство над людьми, над Богом. Оставить не больше 3 раз. Господи помилуй, не может быть 40 раз, не может быть. Ну и что, да ничего пока нет. Нет, не отвечает Господь. Видимо, эти, которые замонтировали это богослужение, а для них не прибавить, не убавить, что написано в Библии, они отнесли к богослужению. Ну и все, ничего дальше уже не сделать. Они тут командуют. Если Бог не действует, значит, Бога тут нету. Нету. И когда Бог приходит, он выбрасывает все из храма. А если торговля идет, значит, он туда еще не приходил. Вот почему. Значит, сюда на богослужение, видимо, Господь еще и не заходил. Он бы это выкинул давно. И дальше считаем. Галатам 5.26. Это по своей надменности, вот то и то сделаю. Я никогда это не говорю, если Богу угодно будет. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг друга завидовать. Тщеславиться. А чем? У меня ничего нету. Совершенно. Но если я сказал об этом, ну город на вершине горы, вы говорите, показывай веру твою без дел, я и сделал, показываю тебе конкретно. Вот вопрос. А земля заброшена. Конкретно вопрос, а земля заброшена. Ну возьмите землю-то, 21 тысяча сел исчезли. Тут выступала депутат Алтайского законодательного собрания Нина Данилова от КПРФ. Я не сторонник КПРФ, но она сказала, вот то, что деревня закрывается, это не потеря, что мы из реестра выйдем. Это потеря земли. Она пустой не будет, тут другие государства будут. Вот что. И мы взяли определенный участок земли, нам не давали его, никак добились. Пришлось в Белом доме в Москве быть до сожжения его. Там был такой прекрасный священник-исповедник, отец Глеб Якунин, он провел везде батюшку, все показал. И все, деревня была, как официально зарегистрированная, статус вошла. И теперь деревня православная, где, чтобы поселиться, нужно соответствовать 5 пунктам. Не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. Не пить, конечно, алкогольное. И вот теперь можно увидеть 15 числа, вот через 1,5 недели у нас там будет день деревни. Напишите, кто хотели, кому я отказал.
мы немножко переменим тут тактику. Я в общине, мы один раз в году на день общины делаем день открытых дверей. Корреспондентам открытие, все. У нас все закрытого типа общества, полузакрытого. Дальше. Филиппийцам. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Я не делал никогда тщеславия. Я говорю, понятия не имею, и ни один человек меня никогда не упрекал. Ни епископ, ни который рядом, ни отец игумен Сахаров, Кирилл, ни корреспонденты, ни члены общины, ни члены семьи, ни один никогда. А это где-то миссионерский отдел, он знает по тщеславию. Глупости, глупости. И вы никогда в этом прощения просить не будете. С этим грехом лжеобвинения уйдете на суд Божий. Хорошо ли вам будет там? Первая Маковейска. Не отмщай нам за нечистоту их и накажи нас за осквернение, чтобы тщеславились беззаконники. Вот кто тщеславится. Народ Божий знает, кто тщеславится. Третья Маковейска 6.4. Ты жестокого царя сирийского Сенахерима, тщеславившегося бесчисленными войсками. Это вы, нас много, мы собираемся, рождественские чтения всемирные, пустое место, звук пустой. Что вы тщеславитесь этим? Нарукополагали этих, как блины пекут, этих епископов, митрополитов, ну еще сидят, новые епархии, новые расходы, новые храмы. Не тщеславьтесь, все это будет отнято. У меня нет этого. Иудив. Тщеславятся мышцею пеших, то есть много пехоты. Это у русских было, да тщеславились, наконец оказались на задворках истории. И вы тщеславитесь, а мы больше. Вот сектанты, вас православные считают самая большая секта православная Московского патриархата. За поведение, конечно. Тщеславно называет отцом своим Бога. Вот это ко мне относится. Премудрость Соломона 2.16. Он считает нас мерзостью, я так и считаю. И удаляется от путей наших, я удаляюсь. Как от нечистот, истинно так. Ублажает кончину праведной, да. И тщеславно называет отцом своим Бога. Это они меня обвиняют. Я тщеславно называю отцом своим Бога. Я называю его не по тщеславию, а по благодати. По благодати. Он мне эту благодать дал. Дал. И поэтому я хвалюсь моим Господом. Какую пользу принесло вам высокомерие и что доставило вам богатство с тщеславием? У меня нет богатства, у меня вообще ничего нету. Я на подножном корме нахожусь. Кто посмотрит, а что вы, сколько истратили на неделю? Ни копейки. Мелочь, картошку с ноготок. Передавил ее там, потом вместе перемешал ее с кожурками. Вот. Вышел крапивы, нарвал здесь потолок. Чесночная здесь, репей и этот несколько листиков щавеля и одуванчик. Все, вот утренняя еда, но еще. Так у меня здоровье, я вообще не болею. Хотя все везде болит. Это 77 лет будет, 10 июня уже рядышком стою. Дальше, премудрость Соломона 4.14. Они вошли в мир по человеческому тщеславию. О чем? О идолах. Как об иконах сегодня говорят. И идолы это иконы. Они не иконы, это не идолы. Но все это по тщеславию. Мироточение, благодатный огонь. Ничего кроме тщеславия там нет. А мы православные, у католиков, у армян не загорается. Сатана все может сделать. И дальше. Сирахов. Мудрый человек будет молчать до времени. А тщеславный и безрассудный не будет ждать времени. Подождите, говорит. Еще я не кончился. Когда моя жизнь закончится, тогда увидите. Если бы я сейчас ничего не значил, вы бы на меня не нападали. Зачем нападать? Какие мои характеристики, я их подтверждаю. Все они истинно говорят. О чем я говорю? Вот они такие там, такие. Я-то отвечаю на ваши нападки. Вы почему об этом не говорите? Вызвано то, что я говорю об этом, потому что нападаете. Я прошу, чтобы Бог дал вам веры. Веры-то нет никакой. Исследует мою жизнь. Пишут первое, второе, десятое. Защищают диссертации здесь местные. Об Игнатии Лапкине. Диссертации защищают семинаристы. И меня оповещают об этом. Отстаньте от меня. Обо мне уже столько написано. Столько везде опубликовано. Вот приходит сюда у нас встреча со священником Московской патриархии. Приглашенные очень самые известные фотографы. И он мне дает, он меня сфотографировал 130 раз. Каспришин Андрей Николаевич. Зачем столько-то? Увидел я с ведром иду. Он меня вернул обратно к колонке. Еще идите оттуда. И передо мной пятится, бежит и опять фотографирует.
Приезжают в Потеряевку, я насчитал почти 250 снимков, меня фотографируют. Другие совершенно, другие, с другого общества. Почему? У вас харизматическая личность. Да смотреть страшно, харизматическая. И где бы ни был, вот это самое. В Москву приехал, меня сразу потащили на запись на телевидение, выступить по радио. В Вашингтоне была та же история. Это Бог делает. Бог. И поэтому не завидуйте. Вы предали по зависти. Зависть. Завидуете. Христа предали зависти. Пилат знал, а они не знали. Стефан говорит, братья предали по зависти, не по тщеславию. Тщеславие – это ваша область. Моего там ни процента нету. И что я сейчас делаю, 77 лет? Ну, это по моим силам. По моим. Я что делаю? Сейчас опять начальник детского лагеря. Собрать детей, опять позаботиться, достать питание, опять по обслуге. А я ничего сейчас не делаю. То есть раньше вроде я делал, а сейчас не делаю. Мне никто не замечает, чтобы в моей деятельности было послабление. Никакое. Но это Бог так делает. Бог. И участвую в благовестии. А как? Ну, по-своему. Готовлю материалы. Вот это вот и есть благовестие. Так что, отцы дорогие, Христос воскрес. И начинайте заниматься. Исследуйте самих себя, верили вы. Нигде не написано, исследуйте другого, стоящего рядом. А вы вокруг меня на студиях собираетесь, и в Томске там сидят, судят. Один из Америки, там вам это надо. Ну и что, изменилось это? Нет, конечно. Опозорились только. Говорится, обморались до исподнего. Да помилует нас Господь. И да доведет до желаемой пристани Царства Небесного. Христос воскрес!